Обеспечить безопасность и отладить работу службы 112. Насущные вопросы обсудили в Главном управлении МЧС по Ульяновской области. Губернатор открыл совещание и рассказал, чего удалось добиться за 2 года. За неполные 2 года в общественных местах, на объектах образования, здравоохранения, спорта, культуры установлено 7870 камер видеонаблюдения. И мы неоднократно говорили с руководителями федеральных структур, что на этом останавливаться нельзя. Криминальную обстановку тоже обсудили. Из Министерства внутренних дел поступили хорошие новости. Уровень преступности начал падать. По крайней мере, в местах большого скопления людей инцидентов стало гораздо меньше. Камеры наблюдения делают свою работу. На улицах, площадях, в парках, скверах сократились на 10%, в том числе умышленных убийств, разбойных нападений на граждан на 54%, грабежей на 27%. При этом, согласно данным, число преступлений, раскрытию которых способствовала камера АПК «Безопасный город», возросло. Поговорили о центре обработки экстренных вызовов. Система 112 введена на 95 объектах Ульяновской области. В систему входят главный и резервный центры обработки, 24 диспетчерские службы и 69 дежурных подразделений диспетчеров. Виктория Чиркова, Юрий Ломатов, новости Управда ТВ.